Память о героях Первой мировой с каждым годом отдаляет нас от той страшной кровопролитной войны. Более 4 лет, с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, шли кровопролитные бои. В этой войне участвовали и наши земляки. Общественность поселка выразила желание об установлении памятной плиты с именами наших земляков, участвовавших в Первой мировой войне. Жители поселка Алтынай решили воскресить память о соотечественниках. Мемориальная доска разместилась на здании сельского совета. На ее открытие собрались сельчане, чьи деды погибли в Первую мировую, активисты движения, школьники. Вот мы общими усилиями пока 7 фамилий нашли. И я надеюсь, что присутствующие здесь разузнают о своих родственниках, о старшего поколения, вспомнят, и эта доска будет пополняться и пополняться новыми именами. Дед Вячеслава Петровича тоже воевал в Первую мировую и похоронен на поселковом кладбище. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня начала Первой мировой, которую называли империалистической. Но как бы ни названа была война, число жертв от этого меньше не стало. Война унесла 10 миллионов жизней, а это миллионы не родившихся, не живущих ныне на этой земле. Очень замечательно, что есть память, есть история. И я думаю, вот молодое поколение, которое здесь стоит, присутствует, будет чтить и хранить те подвиги, те действия, которые совершали их предки.